Когда я был маленьким глупым, я родился в детдоме. Потому что меня родители недолюбливали и хотели отдать меня каннибалам. И каннибалы поняли, что я совсем невкусный. И решили меня отдать в детдом. В детдоме тоже были каннибалы, но каннибалы тоже хотели меня отдать в другой детдом, где нет каннибалов. Затем я подрос, и меня взяли какие-то странные родители с длинными усами. Когда я бежал от родителей с усами, я тоже стал усатым. Мне сказали платить налоги, поэтому я отдал этих родителей тоже в детдом. Это не детдом, а роддом. А я тогда сам улетел в космос, чтобы встретиться с инопланетными тараканами. Чтобы выпить с ним чашку чая. Я улетел в Евразию, чтобы встретить инопланетных евреев. Затем они выкинули меня в мусорку, чтобы я больше не сразу. Они меня ампутировали, и я лишился яичек. Я сдох.